Я вернулся на завод, значит, в 13 году, 7 ноября. Мы стали думать, куда там и как развиваться завод. В это время мы строили «Мистрали», «Академик Ломоносов», дизельный ледокол «Виктор Черномырдин». И вот только-только заключили контракт на строительство первого атомного ледокола. И когда мы стали смотреть, что дальше и вообще как, и работать с французами, ну, и так было понятно, что отстали мы лет на 40-50. С точки зрения технологии строительства крупнотоннажных судов, да, значит, весь мир давно перешел с наклонных стапелей на строительство в сухих доках. Мы живем на северо-западе, погода тут плохая. Кроме нас, адмиралтейские верфи все строят в эллингах. Причем адмиралтейские верфи строят в эллингах подводные лодки, а надводные корабли они тоже строят на стапелях, которые им достались наследство, так сказать. А у нас эллинг тоже есть, но мы в нем, так сказать, он не для этого строился, он строился для изготовления отсека как бы атомного ледокола однореакторного. Их раньше хотели много строить, вот типа Таймырова и Гача, с тем, чтобы мы, так сказать, в Финляндию вывозили сразу блок, и они этот блок встраивали в ледокол. Вот, ну, перестройка началась. Все это. А эллинг есть такой, мы в нем строили химические танкера, строили для Индии фрегат. Ну, а сейчас строим самые тяжелые секции блоки, потому что там большие краны по 320 тонн. Вот мы там на ледокол делаем большие секции, потом эти четырьмя кранами эти секции грузим на стапель. Так вот, мы разработали концепцию развития Балтийского завода, прежде всего судостроительной части, которая включает в себя, значит, строительство, модернизация цеха сборочно-сварочного, где мы будем делать блоки весом до 500 тонн, значит, и строительство трубообрабатывающего цеха. Это еще как бы задача и мечта советских времен, потому что он у нас 1894 года, очень неудачной конфигурации. Вот. И как бы его серьезно механизировать невозможно, потому что там невозможно организовать пространство для складского хранения труб. То есть заготовительное производство невозможно организовать. Поэтому, значит, вот после визита Юрия Ивановича Борисова было принято решение нам выделить денег. Значит, и мы сейчас разрабатываем проекты по строительству цеха по изготовлению вот этих блоков и нового трубоменского цеха. А такая более дешевая структура, скажем так, разрабатывает вот этот цех по трубомедницке. У нас есть свободное место. Я же сказал, что это задача советского времени. Цеха все снесли. Нет, от проекта ничего не осталось. Технологии поменялись кардинально. Вот. Там были такие всякие разные здания, не представляющие собой. Их, значит, снесли. И, значит, вот на этом месте мы собираемся дело построить. Все то лучшее, что в мире есть в производственной системе, да, мы туда пропишем обязательно. Вернее, уже прописали. Мы планируем, что стройка начнется в 2022 году, и за 2 года мы построимся. Сейчас разрабатывается проект, потом госэкспертиза, потом устранение замечаний, потом конкурсы по выбору подрядчика. Деньги постановлением правительства выделены, но, скорее всего, это будет какая-то кредитная схема. Это потеря 220 тысяч часов трудоемкости из-за коронавируса. Вот. Это порядка 80 человек заболевших. Вот сейчас у нас с коронавирусом болеет 8 человек. Но зато 450 болеет ОРВИ. Это тоже бич у нас, ну, по той же самой причине. Только нет, крыши нет. Крыши нет над головой, да. Вот. Ну, это значительно более серьезно, чем кажется, потому что это реальное кардинальное повышение производительности труда. Мы специально ездили в Турку, смотрели, как они строят большие белые пароходы, что такое сборка судна из крупных блоков, почему это происходит.
потому что все прозрачно сразу становится, потому что стоит блок, с двух сторон такие эти параллелограммные леса. Тут же выложены поддоны, значит, с комплектацией этого блока. Чертежи рисуются на блок. Понимаете? И видно, кто сачкует, а кто нет, в зависимости от того, сколько. А у меня стоит под трапом человек с трубой на плече, да? И когда он на свою шестую палубу дойдет, это тоже тайна, покрытая мраком, понимаете? А время-то рабочее идет, часы-то щелкают. Вот эти вещи все, это реальность, понимаете? То есть, если был бы док, то призвание с труда, я думаю, на 40%. Ну, док, блоки, секции, блоки, сборка в доке. Там снег не надо убирать, понимаете, дождя нету, вот эти вещи, от них куда деваться. Ну, у нас с точки зрения 2020 года ключевые события по каждому из заказов. Ледокол сдали, комплексные швартовные, ходовые испытания провели, все. Ревизию сделали, заказчику в Мурманске передали. Единственное, мы вот из-за этих пусконаладок длительных, значит, мы должны были его сдать в мае. Значит, в мае не получилось, пришлось отдельное постановление правительства готовить и сдавать его в октябре. Ну, досрочно, у нас там до 1 декабря, а мы 21 октября его сдали. Это первое. Повезло что? Повезло, во-первых, Ломоносов позволил восстановить компетенции. Вот все, что связано с атомными реакторами, с автоматикой, вот это вот все. С пусконаладкой. Вот, поэтому уже, хотя реактор абсолютно другой и все по-другому, но все-таки это помогло в определенной степени. И, значит, это первое. И, конечно, мы не ожидали столь длительного времени, необходимого для отработки вот этих опытных образцов и системы электродвижения, и турбин, и автоматики. Потому что мы считали, что ну, автоматика на стенде, турбогенераторы на стенде до 110% мощности. Вот. А когда все это собрали, то выяснилось, что самый лучший стенд – это ледокол. И такого больше стенда нет. Ну и мы, так сказать, у нас по плану было на следующий ледокол – это сдача его под погрузку топлива. Мы его сдали под погрузку топлива. И, значит, восьмой ледокол – это погрузка второй турбины, мы погрузили вторую турбину. Правда, не в марте, а в ноябре, но тут мы не виноваты. В декабре 2018 года была коллегия счетной палаты, где Татьяна Сеевна Голикова, значит, выяснила, что не существует государственного органа, который бы анализировал цену на строительство судов для государственных нужд, гражданских судов, значит, самолетов и ракет. Все это по законодательству относится к капитальному строительству. Вот. Это она написала в письме и президенту, и в правительство, и депутатам. Потому что обычно, когда дом какой-то строится, значит, вот мы собираемся цех строить, да? Проект разработали, отдали, провели экспертизу, подтвердили, да, цена посчитана правильно, и после этого, значит, все это счастье строится. А здесь фактически, так сказать, получается так, что заказчик сам назначает цену, причем цена часто назначается, еще даже технического проекта нет. На две странички хочу такой пароход. Вот пример Черномырдина. Причем, я бы так сказал, с Черномырдином здорово повезло. Убытков могло быть значительно больше, но мои предшественники сразу заказали все основное оборудование, а курс евро в 2012 году, да, и, извините, там в 2015, в 2016 он уже существенно отличался. В этом плане хорошо, но там была проблема какая? Там была проблема технического проекта. То есть я в октябре, когда мне там Коновалов позвонил, говорит, ты хоть заедь там поговорить. Ну, я приехал, значит, сидит Коновалов, это мой заместитель, который занимается производством, он исполнял обязанности директора тогда. То есть он выясняет, сколько весит ледокол. Какая разница ему, сколько весит ледокол? Ну, там, тонна туда, 10 тонн сюда, 100 тонн, в общем, значения не имеет. А потом выяснилось, что перевес у ледокола 2000 тонн. И те характеристики, которым он должен был соответствовать, он по осадке.
Вот. Он не соответствует. И я был вынужден остановить строительство, значит, переработать документацию, вплоть до того, что мы там переконфигурировали надстройку без изменения как бы основных параметров. Мы там много чего поменяли. Мы по длительности их получили в 3 раза больше, чем планировали. То есть планировали 21 день, а получили 67. Вот связано это было с тем, что автоматика новая спроектирована для этого ледокола. Делали ее НПО «Аврора». В процессе сдачи автоматики, значит, заказчик, ой, а мы хотим вот так, а мы хотим вот это, а мы хотим вот так, и еще раз вот так. Вот. Поэтому это требовало, значит, доработок постоянных, перешивки программы, выключения реактора, по новой включения, там, ну и так далее. То же самое с турбиной. Вот, там много всего было, что требовало доработок всяких разных, переделок и так далее. Конечно, управление электроустановкой, вот, прежде всего электродвижение вот это силовое, да, ведь никто никогда до этого раньше не делал грибные электродвигатели 20 мегаватт. Никто такими мощностями не управлял. Поэтому это не могло, так сказать, не потребовать дополнительного времени. Оно и потребовало. Вот. И самое главное, то, что мы получили от финнов, для нас это было крайне неожиданно. То есть они нам поставляли дейдвудное устройство, они нам поставляли упорные подшипники и все, что с этим связано. А мы ничего не можем сделать, они в проекте прописаны. Я надеюсь просто, но мы проверим, ушли они это все или нет. Вот это твердо. Ну, насосы-то они как бы уже поставили, и мы поставили уже. На Арктике другие насосы, больше производительность. Не, у нас есть Севмаш, который делает упорные подшипники, только он их делает очень долго и очень дорого. Но зато они не ломаются, в отличие от финских. Значит, ситуация такая. Значит, есть Баимский проект по строительству медно-серебряно-золотого месторождения. Значит, называется Баимский ГОК. Это там где-то посредине Чукотки, километров там 500 или 400 от берега, вглубь. Вот, для его электроснабжения надо порядка 400 мегаватт электроэнергии. Ну, коротко про академика Ломоносова, да? Академик Ломоносов – это, я бы так сказал, гибрид атомного судна и атомной электростанции. На мой взгляд, гибрид излишне дорогой, то есть там хранилище для отработанного топлива, вот, хранилище для чистого топлива, и это занимает ровно половину корабля и стоит просто сумасшедших денег, потому что это такое очень качественное машиностроение. Ну, устройство перегрузки там же. Много чего. Того, чего, в принципе, на ледоколах нету. Вот. Поэтому мы считаем, что правильно было бы их строить по принципу ледокола, то есть реактор и паратурбогенератор, и все. Ну, если надо выдавать тепло на берег, то еще и теплообменник мощный. Теперь, значит, тот плавучий энергоблок, который стоит в Пивеке, мы, естественно, сопровождаем и несем гарантийное обслуживание. 2 года. Помогаем решать там всякие проблемы, которые возникают по отдельной заявке, скажем так. Вот, в том числе там во вторник Трутнев с утра будет здесь. Директор этой станции. Значит, теперь вот я начал вам рассказывать про Баимский ГОК, да. Вот, и есть 2 варианта. Первый вариант – это строительство в Корее. Значит, то же самое, плавучая электростанция, только на жидком газе. Как говорит Новатэк, это будет, во-первых, существенно дешевле, во-вторых, без федеральных денег, что важно, да, но и как бы с гарантией, значит, в 2026 году уже все будет. Какие проблемы? Проблема в том, что надо копать канал, значит, чтобы подходил там серьезный танкер по перевозке жиженного газа, а это глубоко, это у него осадка порядка 13 метров. А там 5-6. Вот в этом месте, да. Значит, это раз. И второе, значит, зимой надо с ледоколом подходить и перекачивать этот газ.
А третий газ – это биржевой товар, который, так сказать, цена которого определяется рынком. Поэтому сегодня может электричество стоить дешево, а завтра стоить очень дорого. И с точки зрения инвесторов, как бы, это не так вкусно. Вот. Поэтому сейчас идет, так сказать, рассмотрение двух вариантов, в том числе в правительстве, к какому придут. Вот. Но решения, скажем так, нету. Вот выбирают из двух вариантов. Но если звезды зажигаются, значит, это кому-то надо. Мне периодически присылают, зимой особенно, там, или в начале весны, фотокарточки, что творится в Сабете. Я вам скажу, что, мам, не горюй. Очень жестко. И, ну, вот, Рукша, например, тут твердо считает, что ледоколом с мощностью меньше 40 мегаватт даже в западном секторе Арктики делать нечего.